नैतात मनो मे तव कथा सुबैकुंठनाद नैतात मनो मे तव कथा सुबैकुंठनाद नैतात मनो मे तव कथा सुबैकुंठनाद संप्रीयते दुरितदुष्टमसाधु तीव्रम कामातुरं हर्षशोकभयैशनार्थं तस्मिन् कथं तव गतिं विमिस्वामि दीनः तस्मिन् कथं तव गतिं विमिस्वामि दीनः गौर्यो गोष्ठीपति श्रीशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर बहुपाठ्य गौज्य गोष्ठीपति श्रीशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद сказал, что та ситуация, в которой мы находимся, мы должны быть довольны этим и никогда не пытаться, мы не должны быть недовольными нашей ситуацией, в которую мы попали, поскольку это происходит из-за наших действий в прошлом, из-за наших плодов кармы, и кого же обвинять, кроме самих себя. Мы сами ответственны за эту ситуацию, и всегда пытайтесь быть счастливы и думайте о том, что может быть это милость Верховного Господа. По Его милости Верховный Господь, Он захотел поместить меня в эту ситуацию согласно моей карме, чтобы исправить меня. И поэтому не обвиняйте Верховного Господа. Он, Верховный Господь, Он может, конечно, изменить всю ситуацию, но зачем Ему это делать? И вот я начал с той шлоки, который произнес Прохлад Махарадж. Почему? Поскольку это решение Нарисимхадева, что любой в этом материальном мире, который будет думать о тебе или обо мне, он избавится от всех материальных привязанностей, от материальных оков и попадет в духовный мир. И это обещание Нарисимхадева. Вот такие слова. И что Нарисимхадев сказал? Поскольку у нас есть эти кармические узлы, и Нарисимхадев, он сказал, что о Прохлад, если кто-то будет помнить тебя, говорить что-то о твоей славе, если кто-то будет думать либо обо мне, либо о нас обоих, то они избавятся от материальных оков и освободятся. И поэтому я был очень заинтересован, чтобы начать с этой шлоки. И в этой шлоке Прохлад Махарадж говорит: «Мой ум, он очень слаб. Мой ум, он очень скверный. И он никогда не пытается найти связь с тобой, с Верховным Господом. Я не могу помнить тебя, и в этом главная проблема. И как же помнить тебя, чтобы всегда быть в связи с тобой, это слушать описание твоей славы, совершать киртан и слушать описание твоей славы от саду гуру вайшнавов. Это единственный путь, и в читании Чайтамрити мы можем найти. Там говорится «Дживера свой Бахой Кришна Нитядас». И там не написано «Кришна Нитя Бхакта», а именно «Кришна Нитядас». А почему? Почему именно слово «Нитядас», «вечная слуга», «вечный слуга» используется, а не «Нитя Бхакта», «вечный преданный». Почему так?
о Дживататве, когда я буду в дальнейшем объяснять Дживататву, я более подробно расскажу об этом, но сейчас я хочу напомнить вам то, что дасья, я имею в виду служение дживы, оно естественно. Ваш ум, он работает для вас, ваши глаза, они тоже работают для вас, ваши уши, они тоже, руки и ноги, они все делают для вас, поскольку для поддержания тела все эти части тела, они вдохновлены, как поскольку душа, она внутри, и благодаря этому, благодаря наличию души, все действует ради нее. Иначе какое толк существование твоего тела, из состоящего из крови и плоти? Если даже через два дня после того, как душа оставляет тело, это тело начинает гнить, и это такая ситуация нашего тела. И те, кто по-настоящему разумны, они должны пытаться использовать свои органы чувств, ум и все прочее для того, чтобы избавиться от материальных оков именно в этой жизни. А те, кто глупы, они будут говорить, что как мы в этой жизни сможем стать успешными. Но те, кто по-настоящему разумны, они должны использовать свой ум, тело и органы чувств под руководством чистых гуру вайшнавов для того, чтобы избавиться от материальных оков уже в этой жизни. А садусанга, она наивысшая. Без садусанги мы не можем получить дивьягьян, божественное знание. И вот служение дживатмы, оно естественно. И когда благодаря общению с гуру вайшнавами и слушанию харикатхи это проявляется, то такая дживатма, она пытается продвигаться по духовному пути, и впоследствии такая душа поймет, что служение Шри Кришне – это должно быть единственной целью, единственной миссией в нашей жизни – это служение Шри Кришне. И когда душа, она обретает такую решимость, то тогда его ум, он в гите называется вот этим словом и вот впоследствии эта душа решает принять прибежище у гуру вайшнавов. И когда эта душа, получив посвящение, она решает полностью следовать наставлениям гуру и вайшнавов, то только тогда она становится преданной. И вот иногда бывает, что какие-то души, они имели посвящение у Гурудева в предыдущей жизни, но так или иначе они не смогли достичь успеха, и можно видеть, что какие-то люди, не получив посвящения, они являют бхакти, это вот потому, что они в прошлой жизни были преданными, но если он получил посвящение в прошлой жизни, это не значит, что в этой жизни ему не нужно принимать посвящение. Нет, ему нужно, поскольку гуру-таттва – это единая и неделимая истина. Гуру-таттва – это не раздельная таттва, мы не можем ее разделить. Кришна, он Джагадгуру, но все же Кришна, он сделал эту систему таким образом, что мы должны принимать прибежище у гуру вайшнавов для того, чтобы получить прибежище у Кришны. Прямо у Кришны мы не можем получить прибежище. Мы должны это через гуру вайшнавов делать. И вот Прохлад Махарадж, плача, говорит: «О Господь, есть единственный путь – обрести связь с Тобой, но мой ум и другие органы чувств, они –
Они не слушаются меня. То есть мой ум, он обманщик. И кто же наш враг? Наш настоящий враг — это наш беспокойный ум. И вот суть в том, и вот Шрила Прохлад Махарадж хотел сказать, что единственное решение обрести связь с тобою, обрести преданность, это слушать о твоей славе из уст чистых преданных, о Вайкунтханатх. Это единственный путь, если я слушаю Харикатху. Это единственный путь победить над самсарой. Единственный путь — это садусанга, харикатха и харикиртан. И вот Прохлад Махарадж говорит: мой ум, он очень беспокоен. И наши органы чувств, они несовершенны. И как же достичь твоей обители? Самак рупе значит полностью. Сам приете. Асаду, мой ум, он не святой, он очень беспокойный, очень слаб. И главная проблема нашего ума, то, что они не могут слушать, то, что наш ум не склонен к слушанию Харикатхи, это главная его проблема. А другие проблемы, они второстепенные. И вот Прохлад Махарадж спрашивает: как же я могу достичь тебя? Наш ум, он также полон вожделения, различных желаний. Он жаден. И как же иметь такие качества? Обрести Верховного Господа. Вначале всего, все анартхи, все недостатки нашего ума, они должны быть очищены. Какие-то сахаджи и гуру могут говорить, что мы можем начать баджан, имея анартхи, но нет, это не так. Сначала нужно избавиться от всего нежелательного, и только потом мы можем начать баджан. Садгуру, он поможет нам избавиться от всех этих нежелательных качеств. И после этого, когда вы обнаружите себя на таком нейтральном уровне, вы сможете продвигаться дальше. И вот сейчас, согласно всем писаниям, ведам и веданте, и вот в писаниях говорится, на санскрите мы говорим вот это слово «простанатри», есть три процедуры, три пути, через которые мы можем избавиться от материальной обусловленности и достичь Верховного Господа. Простхан значит избавиться, выйти за пределы этого влияния. И вот есть три пути. Шрути, Смрити и Веданта. Шрути, вы знаете, это Веда, Смрити. Смрити, они исходят из Верховного Господа, как Гита Упанишат. Она относится к категории Смрити. Шрути, то, что исходит из Вед непосредственно, а Смрити, то, что от Шри Кришны в более очищенном виде и от Гуру и Вайшнавов. Этот Смрити называется Манус Смрити, например.
Верховный Господь вдохновил какого-то вайшнава, и они являются смотрите в этом мире. И Веданта. Упанишады они относятся к смотрите, но упанишады они не так просто их изучать, только вот по-настоящему ученые люди они могут осознать, точнее даже они не могут осознать настоящее значение упанишад, насколько они сложны. И Веды, Упанишады и Бхагаватам, Гита, они находятся в этом мире с незапамятных времен. Никто не создает Гиту или Упанишады, или Веды, или Бхагаватам. Они находятся уже в том в трансцендентном мире. Единственное, что у нас есть, что по милости Верховного Господа, они могут снизойти к нам. Это единственное, что мы можем, на что мы можем надеяться, что это послание, оно снизойдет к нам через Гуру и Вайшнавов, мы можем получить то послание, которое содержится в этих писаниях. Веды, они вечно присутствуют, но мы говорим, что какие-то части Вед можно видеть, что какие-то риши или муни, как Вишвамитра Муни, он, например, явил такую мантру, другую мантру Ягьявалка явил, третью Васиштха. Они не созданы, они через их баджан, через их медитацию, а эти мантры, они являются перед ними, они смотрят на них, запоминают и впоследствии передают людям. Их память, она феноменальна, как можно, если мы с нашей точки зрения посмотрим, как можно запомнить весь Бхагаватам или всю Гиту наизусть. Хотя сейчас встречаются такие случаи, что какие-то дети даже не запоминают какому-то... Мальчику может быть 4 года, но он же может знать Бхагавад-гиту наизусть. А в то время ситуация была другая, и у Муни Риши она была, у них была феноменальная память, они могли помнить все. И поэтому одно из имен Вед — это Шрути. Почему? Ну, поскольку раньше не было письменности, и Риши Муни, они слушали и запоминали. Если Гурудев говорил что-то своим ученикам, то ученики, однажды услышав, они запоминали это на всю жизнь. 1000 computer not sufficient with their presence. So, follow. They can remember. This kind of power was there. И вот такая феноменальная память была у них, что они могли все помнить. И вот по ученической преемственности они впоследствии ученики передавали это своим ученикам и так далее. И таким образом Веды Шрути, они дошли до нас. И вот эта гьяна, знание, оно называлось Брахма гьяна. И в Гите Бхагаван он ясно говорит такие слова. Чистое знание о Бхагавата Вигьяне, оно наивысшее. Ничто не может сравниться с этим чистым знанием. Конечно, бхакти, оно пребывает в этом. И по
постепенно мы можем явить это, что Кришна говорит в Гите, и это очень важно. И другое значение названия Вед — это Шрути. И Гита, она относится к Упанишадам также. Гита Панишад. Поскольку она явилась из Кришны. И вот эти Шрути, Смрити и Веданта — это три пути. Но они очень сложны, и как, и что же делать, и и принять помощь Смрити гораздо проще, чем остальное. И поэтому говорится, это прославление Гиты. И там говорится, что эта Гита исходит из лотосных уст самого Шри Кришны, и зачем же другие писания? И если вы изучаете Гиту и поймете Гиту под руководством Гуру и Вайшнавов, и тогда вы, тогда дорога, и тогда духовный путь, он будет открыт перед вами. И Гиту я могу обсуждать очень долгое время. И вначале я хочу напомнить вам, может, вы слышали уже, но я хочу напомнить, что там, где Гита заканчивается, до какого уровня Гита она дает нам наставление. Вот до этой шлоки. Это вот это последнее наставление Шри Кришны. Ну, конечно, есть какие-то другие, но онтологически это последнее наставление Шри Кришны в Бхагавад-гите. Вот Сарва Дарман Паритеджа, вот это шлока. Не сожаление о чем. Это мое решение. Оставь все и прими прибежище у меня. И что же? И вот Кришна говорит, что нам нужно доказать, что мы преданы Ему, Кришне. Это единственная обязанность наша. И вот, но не каждый может доказать то, что он по-настоящему предан Верховному Господу, и поэтому Господь говорит, что шаранагати — это главное в нашей жизни. Если у нас нет этого шаранагати, то тогда мы не можем продвигаться дальше. И это в этом главное. И вот Бхагаван, он говорит, что это последнее наставление Кришне Арджуне. И вот там, где Кришна заканчивает наставление, которое дано в Бхагавад-гите, то там Гаудия-дарша начинается. Там, где заканчивается Бхагавад-гита, то там начинается Гаудия Даршан. И вот там, где заканчивается Бхагавад-гита, там начинается наш Гаудия Даршан, это вход. Но это не значит, что мы можем оскорблять Гиту.
Нет, мы должны изучать ее, поскольку без основы, основного знания, которое изложено в Бхагавад-гите, мы не можем продвигаться даже на сантиметр вперед без знания Бхагавад-гиты, поскольку гита – это основа, это подобно фундаменту. Как, когда строят большое здание, то закладывают фундамент, и он очень важен. И вот после того, как фундамент сделан, то постепенно уже строят большое здание на нем. И если кто-либо, кто... Очень важно изучать Бхагавад-гиту. Если мы видим каких-то преданных, которые, ну, якобы преданные, но не изучали и не осознали Бхагавад-гиту, то все их знание, оно не зрело, поскольку у них нет такого основного знания, которое представлено в Бхагавад-гите. И я хочу напомнить вам, что когда Чайтанья Махапрабху отправился в Южную Индию, то можно встретить Чайтанья Чайтамрити. Говорится, что когда Махапрабху был в Ранганатх Мандире, то очень глупый браман, я, конечно, не могу говорить, что это глупый браман, поскольку сам Махапрабху принял пыль с его лотосных стоп себе на голову, но этот браман был очень возвышен в духовном плане, но я могу сказать, что в материальном плане он не был образован. И вот материальное образование, если оно не дает нам должно, ну, то есть материальное отсутствие материального образования, это не, нельзя сказать, что это помеха на нашем пути. Оно, конечно, может помочь нам, но также и его отсутствие помехой не является. Как, например, И вот Шрила Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати, он очень был очень разумен. Но все же, когда его родственники и прочее, и вот Шрила Прабхупада, когда он получил какое-то образование, ему его родственники предложили учиться дальше, но Шрила Прабхупада сказал, что хватит, мне некогда тратить свое время для того, чтобы получать различные ученые степени, чтобы устроиться на работу, мне это не нужно. И вот Шрила Прабхупада, он не, хотя мог, безусловно, получить различные ученые степени, но не стремился к этому. Шрила Прабхупада, он самый разумный на нашем духовном пути. И вот таким образом мы находим, что сейчас я могу сказать, что основное знание гиты, оно должно быть ясно нам. Если мы не поняли, не осознали, то что делать? Мы под руководством Вишванатха Чакравати Такура, Баладева Видьябхушана, Бхактивинода Такура более точно, поскольку все тики, комментарии, поскольку гита — это единственная книга,
которая переведена на практически все языки. Сложно найти, на какой язык Гита не переведена. Но те, кто переводит Бхагавад-гиту, то те, кто комментирует, тоже таких бесчисленное количество, но комментаторов нет только слушать, нужно слушать авторитетные комментарии, данные Шридас Госвами Падам, Вишвана Чакравати Падам, Баладева Видьябушана и Бхактивинода Такура. И вот эти авторитетные комментарии, а все остальные, они бесконечно. В Индии можно видеть, что все кому не лень, они комментируют Бхагавад-гиту. Даже Ганди комментировал, даже Аравинда. Ну, в общем, все кому не лень комментировали Бхагавад-гиту. И даже до сегодняшнего дня и то комментируют и переводят Бхагавад-гиту, но мы не должны интересоваться такими неавторитетными комментариями, поскольку если кто-то будет возмущаться, почему? Because you are at liberty. You are at liberty to do anything you like. Because India, Bharat is now enjoying liberty. So I can also make one comment. So who is going to pay attention? Ну, Махарадж говорит о том, что сейчас в Индии независимость и все, кому не лень, комментируют Бхагавад-гиту и в различных ключах, в различных, согласно своему видению, они комментируют эту Бхагавад-гиту, но мы не заинтересованы в комментариях. Мы должны исследовать только по-настоящему авторитетным комментариям. И вот подобно тому, как в семье, вот в индийской семье особенно. Если кто-то спросит, о ком-то, о его матери, то мать скажет одно, а если спросить у жены этого человека, то если у них, конечно же, хорошие отношения, то жена еще больше может сказать. Я говорю об идеальной индийской семье. Конечно, может быть по-другому, но я говорю об идеале. Те, кто ведут свою жизнь согласно ведийской культуре. И там можно видеть, если жена на дхармапатне, она может все рассказать о своем муже. И вот те преданные, те, кто, и также те преданные, которые находятся близко к Верховному Господу, как, например, Шрила Бхактивинода Такур, он Камала Манджари, он может более точно рассказать о Верховном Господе и Вишвана Чакравати, поскольку Кришна, он всегда пребывает в их сердце. И Рамануджачарья, он также может, и Мадхвачарья, они тоже могут сказать что-то очень важное. Нимбаркачарья, Вишну с вами, они все могут комментировать Бхагавад-гиту. И иногда мы говорим о Гите Рамануджачарьи, но у нас полностью изучать нам это некогда, и лучше всего, если мы будем следовать Шиле Сачитананде Бхактивинода Такуру, поскольку Шила Сачитананда Бхактивинода Такуру, он обсуждает все эти авторитетные комментарии и This
И все шастры после того, как Бхактивинода Тхакур, он спахтал их, он извлек суть сливки всех этих шастр, и кому же следовать. И поэтому идеально следовать Шри Бхактивинода Тхакуру. Гита. Прославление Бхагавад-гиты в этих шлоках. И что это значит? Гита-шастра мидам пуньям. И вот в Падма-пуране описывается, что прославление Гиты. That's why I told Gita, Dhanasila, Sva, Pranayama, Parasacha, Naiva, Santihi, Papani, Purva, Janma, Kritanisha. If you gradually discuss Gita and about Pranayama, giving advice в Бхагаватам совет дается, если вы беспокойны, вашему беспокоен, вы полны проблем, и если вы будете практиковать какую-то пранаяму, но не так, как материальные люди, через пранаяму вы должны помнить лотосные стопы Нитянанды Прабху, лотосные стопы Нитянанды и Гуранги, и тогда ваша пранаяма, она будет успешна, иначе эта пранаяма будет как зарядка какая-то. Это. В этом ничего хорошего нету. И вот вначале мы должны вспомнить то, что вы делаете, оно должно быть связано с преданностью, иначе это проблемно. И вот те, кто практикует пранаяму, например, если вы совершенным образом совершаете пранаяму, то вы почувствуете изменения в вашем теле. Хотя Махапрабху говорит через санкиртан, мы можем обрести все, но прямо сейчас мы этот санкиртан мы не можем совершать. Но если можем, то через эту санкиртану мы обретем кислород нашего баджана. Через санкиртан мы можем обрести все полностью. Санкиртан — это совершенство. Но здесь, в прославлении Бхагавад-гиты, мы находим... Здесь советуется, чтобы получить контроль над нашим умом, бхакти, это высшее. Но есть такая обычная процедура, поскольку не все могут бхакти следовать. Есть карма-марк, гьяна-марк и бхакти-марк. Есть три пути, через которые мы можем достичь успеха. Это карма-марк. Первый – карма. Когда мы сможем стать успешными на этом пути, мы не можем избавиться от кармы, мы можем совершать эту карму, но эта карма, она должна быть посвящена Кришне в итоге, кармарпанам. И вот карма, через эту карму мы можем найти путь. И через гьяну мы тоже можем что-то осознать. А бхакти — это наивысшая процедура. И в Шримад Бхагавад-гите можно найти из вишад-йога или как-то так. Кришна, когда он был на поле боя, на Курукшетре, то Кришна сомневался, Арджуна, точнее, сомневался. И вот Арджуна сомневался,
Он хотел помиловать своих этих врагов, которые были его родственниками в то же время. Но Кришна сказал, что нет, это не проявление милости, и что же делать? Кришна сказал ему, откуда ты развил это сомнение? Сейчас начнется битва, сражение, все готовы. All fighter, they're ready with their weapon, almost open. Now you are going to speak this way, like foolish? It's not Sattvik Baba. You can remember это не Сатвик Баба. Однажды я сказал, какие-то люди могут говорить, что кто-то в гуне сатвы находится, но не всегда так. Часто это не так просто выглядит со стороны, что он в сатва гуне находится. Как Махарадж приводил пример с каким-то торговцем сталью, он сидит в такой неподвижной позе, и внешне выглядит, что человек очень хороший, очень такой медитативной позе находится в сатвагуне, но Гуру Варга говорит нам, что нет, это не так, он просто обдурить вас хочет, он раджасик, он может говорить сладко, чтобы что-то продать вам. Very sweet behavior, because they know sweet behavior can buy you. Поскольку они знают, что их сладкое, красивое поведение, они могут купить вас и впоследствии продать все, что хотят. И вот такие люди, хотя внешне не выглядят как сатвичные, но они раджасичные на самом деле. А как? А если мы видим, что какие-то люди, они стремятся к знанию, то это один из главных признаков сатва-гуны, иначе они не могли бы принять это знание. А те, кто стремятся к духовному знанию, к чистой преданности, они зовутся шуда-сатвиками. То есть просто сатвагуны мало, она должна быть шуда сатвагуна, она должна быть чистая сатвагуна, поскольку сатвагуна, она тоже является препятствием, оковами на нашем пути. То есть какие-то люди, находящиеся в сатвагуне, они стремятся к очень чистой, спокойной жизни, ни с кем не спорят, не сражаются. Они хотят так очень спокойно и умиротворенно вести свою жизнь. Они хотят получить такое материальное блаженство. А как определить духовного человека так, что если мы видим, что все 24 часа в сутки его ум и сердце, они всегда вращаются вокруг Кришны, то это главный признак шуда сатвагуны. И вот в Падмапуране советуется нам, что же делать, почему мы теряем наше время, изучая различные писания. Если можно изучать Бхагавад-гиту и достичь успеха. Because
И вот в этих словах говорится, что Гита Гита. Джа. Гита, after the джа. Джа своем. Джа. Махарадж спрашивает, какого рода вот на санскрите жена, женского рода, поэтому слово джа используется. И вот сейчас я сказал вступление к Бхагавад-гите. И вот сейчас Махарадж прочтет первые слова Бхагавад-гиты. И вот мы должны помнить, почему я говорил именно так. Если вы близкий, дорогой спутник Верховного Господа, тогда вы можете должным образом объяснить Бхагавад-гиту. А если какие-то люди далекие, очень далекие от Шри Кришны, они могут, конечно, объяснять Бхагавад-гиту, но толку ноль от таких комментариев. Или какие-то карма-йоги, или как Аурвинда, Риша Аурвинда, например, он был очень заинтересован в какой-то йоге. И поэтому таким образом мы не должны принимать комментарии каких-то неавторитетных комментаторов. Оскорблять их не нужно, просто не нужно уделять им внимание и принимать их точки зрения. Поскольку мы должны узнать сердце Кришны более глубоко. Что Кришна хочет сказать? Если я получу полное объяснение от Шрилы Бхактивинода Тхакура Вишвана Тхачакравати Баладева Видьябхушана, то мы получим больше удовлетворения, поскольку до сегодняшнего момента никто не мог объяснить Бхагавад-гиту так, как Шрила Вишвана Чакравати. Так много комментариев можно найти на Бхагавад-гиту и Бхагаватам Махапурану, но сейчас самое распространенное и принятое во всем мире – это комментарии Вишванатха Чакраварти всеми преданными, всеми вайшнавами. Этот комментарий принимается и среди этих комментариев, может, Вишванатха Чакраварти иногда оставляет очень большие комментарии на одну шлоку по нескольку страниц, например. А Бхактивинода Тхакур, он что сделал? Бхактивинода Тхакур, он изучил все эти комментарии. И он извлек внутреннее значение шлок. Дармагетте, Курукхетте, Самайвита, Вилусаваха,
Вот это первая шлока Бхагавад-гиты. И это Гита и Бхагаватам, они могут очень красиво читаться, но есть два пути, южно-индийский и северно-индийский. И вот каково же значение этой шлоки, можно долгое время ее объяснять, но кратко я скажу. И вот первое, почему это Курукшетра, здесь говорится, что это Дхармакшетра, почему? Курукшетра — это поле боя, а как это поле боя может быть Дхармакшетрой? Почему? Это главный вопрос. И второй вопрос. Кто такой Санджай? Кто спрашивает это? И вот слепой Дхритараштра, он говорит Санджаю. И кто же Санджай? Санджай, он единственный сын Габалга-риши. И вот этот риши, он совершал тапасию там, где Баладев Ябушан обрел победу. И вот он в том месте совершал тапасию, аскезу. Вот он, Махарадж, был там лет 15 назад в том месте, где-то Жайпуром рядом. И вот Санджай — это он единственный сын этого риши. И я хочу последовательность прояснить. И какова же последовательность? И вот на поле боя Курукшетра, вы знаете, истории Махабхараты я более подробно не буду говорить. И вот на Курукшетре Пандавы и Кауравы, они собрались, чтобы сражаться друг с другом. И ситуация какова? И вот слепой Дхритараштра, он где находился? В Хастинапуре. Он был слепой и в Ясадева. Он Шактивешаватара, Верховного Господа, он говорил этому слепому Дхритараштре: «О царь, если ты хочешь, я могу дать тебе видение, зрение, чтобы ты будешь находиться здесь и видеть то, что происходит там». И вот Ясадев Госвами Шактивешаватара, он был очень могущественный, и поэтому он спросил его у слепого Дхритараштры: «О царь, если ты хочешь, я могу показать тебе все, что там происходит. Я могу дать такие глаза, с помощью которых ты можешь видеть то, что происходит там вдалеке». И Дхритараштра, плача, сказал: «О риши, я не могу видеть такую картину, и что же делать?»
Но все же я хочу то есть лучше расскажи мне, что там происходит. И вот этот слепой Дхритараштра, он сказал: «О, Риши, я хочу услышать, что происходит там, хорошо». И тогда Санджай, он с Дхритараштрой был, помогал всегда ему. И вот Санджай самый достойный, и он сказал: «Если хочешь, я дам эту возможность Санджаю, он будет видеть все и комментировать, что там происходит». И вот тогда он согласился, и по желанию Дхритараштры Санджая, он обрел такую способность видеть то, что происходит на поле боя Курукшетры, и он мог комментировать. И слепой Дхритараштра мог слышать это. И вот мы, почему же это слово «Дхармакшетра» используется здесь? Дхармакшетра — это значит то достойное место, где мы можем развить дхарму. Кшетра — это буквально поле значит, а дхармакшетра — это поле, на котором мы можем обрести дхарму. И поэтому это слово «дхармакшетра» используется. Давно в династии Куру был этот человек, его Куру звали, он ухаживал за какой-то землей, и также давно была такая система, что полубоги, которые они, когда хотели совершить какую-либо ягью, это и место, на котором они совершали ягью, они считалось достойным этого. И то место, которое звалось Курукшетра, в Бхагаватам говорится, и то место, которое зовется Курукшетра. Я был там лет 30 назад на Курукшетре. И вот Курукшетра. В Панипат и Санипат, там рядом, это в Харьяне находится. И это место Саманта Панчак также называется. А почему? В Бхагаватам дается это имя также, поскольку там есть пять озер из крови, которые созданы Парашурамом. И вот когда кшатри, они возгордились, они начали нарушать правила и предписания, данные Господом, и Парашурама, он решил убить их. И вот он решил отрубить голову кшатриям и из этой крови создать там пять озер. И вот Парашурам 21 раз хотел. И вот 21 раз он хотел очистить мир от кшатриев. Они, поскольку они настолько возгордились, что он решил их всех убить. Причем это 21 раз было. И это место, где пять озер из их крови, зовется Саманта Панчак.
сейчас крови там нет, только озера остались. И вот если вы... И главное среди них это Брахмакунда, если вы примите омовение там, то очиститесь от всех грехов. Но главное у нас это принять бхакти. Много богатых людей, они совершают, они ведут какие-то грязные дела, и каждое воскресенье едут в Харидвар, чтобы понять омовение в Ганге, потом следующей неделе опять занимаются непонятно чем, и в воскресенье опять едут принять омовение в Ганге, и кто-то говорит, что такие, они очень набожные люди, что в Ганге омываются в Харидваре каждую неделю. Но нельзя сказать, что они набожные, поскольку они приезжают в Харидвар не для того, чтобы обрести бхакти, преданность, а только для того, чтобы очиститься от своих грехов. И это нехорошо. Они приходят так и уходят. И таким образом нельзя сказать, что до тех пор, пока они не избавятся от причины, от коренной причины наших наших грехов, и тогда мы не сможем стать успешными на пути преданности. И поэтому то есть я не могу сказать, что эти люди набожные, которые просто ездят в Харидвар, чтобы очиститься от своих грехов. И вот следующая Сиданта, которая дана Баладевом Видьябушином, никто не говорит так, как он. И вот Баладев Видьябушин говорит, что те, кто... И вот он говорит, подобно тому, как на, просто на поле, если какие-то фермеры приходят на это поле и видят какие-то сорняки, которые растут на их поле, и вот они, сорняки, они выкорчевывают и выкидывают, поскольку, чтобы рис, например, рос там хорошо, то если сорняков нету, то они лучше растут соответственно. И эти фермеры, они периодически пропалывают свое поле от сорняков. И также Баладев Видьябушин говорит, что это слово Дхармакшетра. Но если на этом поле Дхармакшетра какие-то сорняки растут, то Кришна через преданных он берет, выкорчевывает и выкидывает все эти сорняки с поля Дхармакшетра. И вот, и вот как Махараш не будет объяснить, почему эта война началась, потому что Дурьотхан, он принцем был, он очень был такой нехороший. И вот он родился в Кали-югу, он еще качество Кали имел, и поэтому Дурьотхана он хотел постоянно панчапандавов как-то какие-то проблемы их принести. И вот когда панчапандавы ушли из этого материального мира, то не было никого, кто бы заботился об этом царстве. И Дхритараштра был занят этим, но был слеп. И он был не только слеп физически, но также его сердце было слепо. Это гораздо более опасно. И вот
Дхритарастра, он был, его сердце было также слепо. И вот было такого правила, что если царь уходил из этого мира, то кто-то должен быть его преемником, как пандавы, когда они стали взрослые, следовало бы им отдать царство на правление, но Дурьотхан Но Дурьотхан, он очень возмущался этим, и он сам хотел единолично править. И Duryodhana wanted to make some plotting to kill them by poison, set fire in their house. И вот Дурьотхан хотел убить панчапандавов, он пытался отравить их, потом сжечь в их доме. Потом как-то в карты их обыграть хотел. И вот он обдурил их, и Драупади оскорбили на открытом собрании. И вот такая ситуация была, и Бхагаван Шри Кришна, я кратко рассказываю, и вот Кришна, он решил остановить их борьбу, и Кришна отправился в царство Кауравов, и он пришел к Дхритараштре, и он хотел решить это как-то без борьбы, но Дурьотхан был категорически против. But to divide the kingdom. No! Dhrujana speaking, even one needle. И вот Дурьотхан, он сказал, даже каплю земли я не могу им дать, не то что полцарства. И панчапандавы сказали, что ему всего пять деревень надо, остальное тебе отдадим. Нет, он не был согласен все равно. И Кришна вернулся и сказал, что он не готов прекратить войну, он готовится к войне. Это по воле Майи происходит, и поэтому мы будем сражаться. Это зовется Дхармакшетра, поскольку панчапандавы не сражались за панчапандавы, они сражались на законной основе. И такие правила были в Писании, что те кшатрии, они, если они оставляют тело за свою родину, то по милости Господа они достигнут небес. И вопрос такой, как если кто-то борется за свободу страны и вдруг его к повешению приговорили, то если его повесят, то попадет ли он в рай, или, ну, в смысле, в какие-то райские планеты, по крайней мере. Но Махарадж говорит, что
в ад он точно не попадет, это уже хорошо. А какие-то более высокие планеты, поскольку духовного прогресса они не получат, но в ад тоже не попадут. Какие-то более возвышенные планеты попадут, поскольку они ради страны оставляют тело. Но если они, если кто-то просто совершает самоубийство, то тогда, несомненно, в ад попадет, поскольку у вас нет права совершать самоубийство. Это самое опасное, самое греховное. Мы не можем это позволить. И вот, если кто-то совершает самоубийство, и если его поймали, то его нужно в тюрьму посадить. В Индийском уголовном кодексе там такое правило, что самоубийцы сажают в тюрьму, ну, которые не успели себя убить. И вот времени много, мало точнее, а тема обширная. И вот та ситуация, которая созрела там, кто уже никто не мог остановить это сражение. И вот я рассказываю эти... И вот они собрались на этом поле боя, построились, организовались со всем оружием наготове. И тем временем Арджун спросил Кришну, я в дальнейшем скажу, а сейчас я расскажу о том, почему Баладев Видьябхушан, он использует это слово «дхармакшетра» и говорит, что это достойное место, «дхармакшетра» — это должное место, поскольку на «дхармакшетре» те, кто не следует дхарме, те, кто следует, то есть те, кто сражаются не за должную причину, то Кришна выкинет с этого поля боя и сделает все благоприятное для того, чтобы дхарма росла. И вот он говорит, где наше... Где наши под руководством Бишмы? Бишмы? Почему Юдхиштхира использует эти слова? Он старший брат Панду. Он был, должен быть очень любезен с Панчапандавами. И как же он такое отношение развил? Вот мамака, значит, моя группа. А почему вот здесь используются два слова? Можно было сказать «дхармакшетра» или «курукшетра», а почему здесь оба слова одновременно используются? Пытайтесь понять, что хотел сказать Вишванат Чакравати, «дхармакшетра» и «курукшетра» — это то же самое. И лучше, если сказать один раз, или «саманта панчак», или это все слова одно и то же обозначают. И что хочет, чувствует Вишванат Чакравати, что он хочет сказать нам, каково глубина значения этой шлоки, и что слепой Дхритараштра хочет сказать, это версия Дхритараштра. Дхритараштра говорит так, а каково значение его слов, этим словом «мамака». И что Дхритараштра хотел сказать под словом «дхармакшетра». И вот это «дхармакшетра», это слово используется. С различных точек зрения мы можем на него посмотреть. И вот Вишванат Чакравати говорит, и Шридас Госвами также, что это «дхармакшетра» очень чистое, набожное место. И Юдхиштхира Махарадж думает, что, может быть, когда Панчапандавы придут туда, и моя команда тоже придет,
может быть под влиянием этой дхармакшетры, этого чистого места, поскольку эта дхармакшетра известна всем. Может быть, они, хотя они пришли на сражение, может, под влиянием этой дхармакшетры, они передумают сражаться, кто может сказать. Много таких случаев уже было, какие-то очень враждебные люди, когда они приходили, какой-то маленький мальчик там, было, ну, хотели убить, например, кого-то, но не могли. Как Рагунат Дас Госвами, когда мусульмане его похитили. Хиранья Гавардхан куда-то ушел. Но это местные эти налогособиратели. И вот это он, отец Рагунат Даса Госвами был, но все родственники их. Putting some complaint, and then police coming to arrest them. They are flying, and the small boy was taken away. The small boy in a small room. И вот его, в общем, этого маленького мальчика забрали и закрыли в каком-то маленькой комнате. И этот сборщик налогов выходил и угрожал ему, что если он не расскажет, где его отец, то он его убьет. И он... сказал, что ты подобен моему отцу, как ты можешь убить меня. И в читании Чайтамрити описывается, что этот мусульманин, уджит, который пришел побить Рагунатха, когда он посмотрел на него, он начал плакать, что ты как мой сын, как я могу тебя убить? Ты лучше сделай так, чтобы твой отец вернулся. И после этого этот Хиранья Гавардхан вернулся, и это влияние личности, влияние земли очень важно. Influence of personality is important. Another example I can give. Другой пример я могу привести. In front of Sanatana Goswami, вы можете вспомнить перед Sanatana Goswami. Махапрабху, он объяснял одну шлоку. And in front of и перед Сарвабхаумом Бхаттачарьей 18, одну шлоку 18 различными объяснениями объяснял. А Санатан Госвами, он спросил еще что-то объяснить, и Махапрабху сказал, что в тот раз то, что я говорил, я забыл. Ну, давай-ка я попробую вспомнить благодаря твоему общению то, о чем я говорил, и Махапрабху сказал, благодаря этому общению, что я вспомню, давай посмотрим. И вот он смог объяснить эту шлоку 62 различных комментария, 62 различных объяснений. И вот таким образом показывает, что влияние личности важно, и влияние места также важно. И вот Дхритараштра думал, что это чистое святое место, и, может быть, под его влиянием они передумают сражаться. И вот это слово «мамакаха» очень опасно, поскольку значит буквально «моя сторона», моя команда – это неправильно, поскольку Пандавы, они тоже его родственники, и Панча Пандава, они тоже Кауравы на самом деле. Им дали отдельное имя Пандавы, но они
Каурава, они из твоего же рода происходят, и почему ты говоришь, что они эти твои, а те чужие? Ну что делать? Я должен так говорить, иначе можно спутать их. И вот Курукшетра и Кауравы и Пандавы, хотя Пандавы, они тоже происходят из этих Кауравов. Но все же их, этот слепой Дхритарашта, он разделил их, он был очень пристрастен. И вот мои... И вот он спросил, чем они занимаются. И ему ответили, что они пришли сражаться, вот, готовиться к сражению, что еще им делать, почему ты спрашиваешь, что они делают. Они пришли сюда сражаться, значит, сражаться будут. А почему ты спрашиваешь, что они делают, поскольку у него сомнение было, что, может быть, под влиянием этого места они передумают сражаться. О, Санджай, что же они делают? И поэтому он спрашивает, и вот сейчас этот Санджай, он видит, что происходит, и рассказывает. И следующий день я продолжу. Я очень подробно говорю, поскольку я слышал, что один из моих гуруварги, это Бхакти Вивек Бхарати Махарадж, кто отправился в Даку для проповеди, он... Джуджут Саваха, значит, с настроением сражения эти два, эти два войска пришли и собирались воевать, но поскольку он сомневается, он спрашивает, что же они там делают. И он надеется, что они не будут сражаться. И вот это слово «мама каха», оно показывает то, что он слеп в своем сердце. Если бы он просто физически был слеп, то это еще куда ни шло, но его сердце тоже слепо. И вот я хочу закончить здесь, поскольку времени мало. Once a kalpudu gusikhe pasindu gavishu tithan pavane gavishu nam jyona.